Вот и подходит к концу еще один учебный год 82-летней истории нашей Альма-Матер. Каким он стал для Казахского национального университета имени Аль-Фараби, самого крупного и передового казахстанского вуза? Попробуем отразить его сквозь призму основных событий и достижений. Сентябрь 2015. Начало учебного года ознаменовалось грандиозным событием. Казахский национальный университет имени Аль-Фараби в очередной раз доказал свою высокую конкурентоспособность на мировом рынке образования и вошел в топ-300 университетов, заняв 275 место среди 800 университетов мира. В топ-300 вошли только три вуза стран СНГ – МГУ имени Ломоносова, Санкт-Петербургский государственный университет и наш КАЗНУ имени Аль-Фараби. Значимыми для университета стали итоги визита президента страны Нурсултана Назарбаева в Китайскую Народную Республику. В ходе переговоров была достигнута договоренность, что КАЗНУ по гранту правительства КНР получит суперкомпьютер стоимостью 10 миллионов долларов США. На базе КАЗНУ впервые в Центральной Азии открылась инновационная академия всемирно признанной компанией Samsung. КАЗНУ, единственный в Центральной Азии, принят в сеть университетов глобальной инициативы Клинтона. Состоялась ярмарка европейского высшего образования, в работе которой приняли участие представители 80 вузов из 24 стран ЕС. Магистранты и докторанты справили новоселье в уютных комнатах первого в Казахстане дома молодых ученых, построенного в КАЗНУ на основе государственно-частного партнерства. Октябрь 2015. Делегация КАЗНУ приняла участие во Всемирном форуме инженерного образования во Флоренции, где ректор КАЗНУ Галым Мутанов был удостоен высокой награды «Senior Member» Международного общества по инженерной педагогике «ИДЖИП». С участием клуба главных редакторов Казахстана прошла республиканская конференция «Экспо-2017» – медиаплатформа устойчивого развития человеческого капитала. На базе КАЗНУ состоялось открытие первой языковой школы международной стипендии «Болашак». В форме открытого диалога прошла встреча ректора КАЗНУ с молодежным активом университета. Были подведены итоги работы субъектов студенческого самоуправления и обсуждены планы на 2016 год. Ноябрь 2015. Знаменательным событием стал визит в университет космонавта Айдына Эмбетова. Эксперимент «Кулоновский плазменный кристалл», разработанный ученым в КАЗНУ, вошел в научную программу полета казахстанского космонавта. Коллектив КАЗНУ встретился с акимом города Алматы Бауржан Байбек, который представил программу развития Алматы до 2020 года. Ко дню первого президента состоялся третий республиканский патриотический фестиваль студентов «Менжастарга Синеман», собравший участников со всех региональных вузов страны. Декабрь 2015. В рамках проекта Европейского союза «Темпус Квика» состоялось первое международное совещание Центральной Азиатской Федерации инженерных обществ. Указом президента ученым КАЗНУ присуждена Государственная премия Республики Казахстан имени Аль-Фараби в области науки и техники. Ректор КАЗНУ академик Галым Мутанов награжден высокой наградой – золотой медалью имени Гейдара Алиева за вклад в развитие добрых и крепких отношений между тюркоязычными странами. В Новый год КАЗНУ вошел с новым медицинским факультетом. Здесь открылась Высшая школа общественного здравоохранения. Главными партнерами КАЗНУ в развитии медицинского направления являются Сеульский университет и Университет Йонсе, которые входят в тройку лучших вузов Южной Кореи и в топ ведущих университетов Азии и мира. Январь 2016. Всемирный конгресс тюркских народов удостоил КАЗНУ имени Аль-Фараби звания «Лучший вуз тюркских стран». Вице-премьер Республики Казахстан, выпускница университета Дарига Назарбаева, встретилась с активом КАЗНУ и посетила Центр обслуживания студентов «Керемет» – инновационный объект, не имеющий аналогов в мировом пространстве. Здесь для студентов оказывается более 500 образовательных, медицинских, социально-бытовых и культурных услуг по принципу «одного окна». Между КАЗНУ имени Аль-Фараби и МГУ имени Ломоносова подписано соглашение о сотрудничестве, благодаря которому налажен обмен студентами и преподавателями, взаимные научные стажировки и совместные научные проекты.
Региональный директор международного рейтингового агентства QS Зоя Зайцева встретилась с руководством вуза. Она дала высокую оценку деятельности КАЗНУ за последние 3 года и подчеркнула уникальные подходы в продвижении в мировом рейтинге. Сегодня опыт КАЗНУ изучается и перенимается многими вузами СНГ и Центральной Азии. Февраль 2016. КАЗНУ возглавил рейтинг топ-20 лучших сайтов казахстанских университетов, составленный испанской исследовательской группой Cybermetrics Lab. Состоялась официальная встреча ректора КАЗНУ с руководителем кластерного бюро ЮНЕСКО в Казахстане Андреем Шевелевым. В настоящее время в рамках программы UNITWIN в КАЗНУ открыта кафедра и региональный хаб ЮНЕСКО по устойчивому развитию. Делегация КАЗНУ приняла участие в заседании Координационного комитета Альянса цивилизаций ООН в Стамбуле. Организаторы форума поддержали предложение нашего университета об объявлении 2020 года годом Аль-Фараби под эгидой ЮНЕСКО и Тюрксой. Март 2016. Заместитель генерального секретаря ООН Кристина Гаяк объявила о продлении статуса КАЗНУ как глобального хаба по устойчивому развитию программы ООН УНАЙ еще на 2 года. Тем самым КАЗНУ вновь доказал лидерство, что было подчеркнуто в ходе глобального онлайн-диалога со штаб-квартирой ООН Нью-Йорк. 25-летию независимости был посвящен смотр художественной самодеятельности «Студенческая весна-2016». На базе ЦОС «Керемет» открылся социальный магазин, предоставивший студентам полный набор потребительской продовольственной корзины по ценам ниже рыночных. Кроме того, здесь по сниженным ценам предоставляет свои услуги студенческое кафе, салон красоты, прачечная, книжный магазин, ателье и фотостудия. КАЗНУ посетили представители Кембриджского университета, вузов Турции и Ирана. В рамках 3-сторонних обсуждений принято решение о развитии Центра центрально-азиатских исследований по тюркологии в Кембриджском университете и Центра Иран-Туран в КАЗНУ. Апрель 2016. В апреле традиционно стартовали 3-е международные фарабиевские чтения, в которых приняли участие ученые из США, Турции, Франции, Великобритании, Ирана, стран СНГ, а также представители международных организаций ООН, Тюрксой, ЭСКАТА, ОБСЕ. С участием государственного секретаря Гульшары Абдыкаликовой состоялась конференция, посвященная 150-летию Алихана Бөкейханова. В ходе визита чрезвычайных и полномочных послов Индонезии и Республики Вьетнам была достигнута договоренность о создании в КАЗНУ регионального образовательно-научного центра «АСИАН». КАЗНУ первым в Центральной Азии вошел в комитет Альянса университетов «Шелкового пути», объединяющий более 120 университетов мира. А наш ректор, академик Галым Мутанов, получил высокий статус вице-президента этого альянса. В рамках инициативы «Новый шелковый путь» КАЗНУ выдвинул ряд новых проектов. Впервые в одном из ведущих университетов Поднебесной, Пекинском университете иностранных языков, наряду с другими языками мира будет изучаться казахский, 73-й по счету преподаваемый здесь язык. КАЗНУ будет осуществлять методическое сопровождение учебного процесса, а также направит в помощь своих квалифицированных преподавателей. Еще одно важное соглашение было достигнуто с Гонконгским политехническим университетом «Поли-Ю» о создании полноценного научно-образовательного инновационного хаба «Центр компетенции КАЗНУ Поли-Ю» в городе Алматы с привлечением ведущих университетов Гонконга. Важным результатом сотрудничества КАЗНУ с китайскими партнерами является реализация совместного решения председателя КНР Си Цзиньпиня и президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева о создании IT-технопарка по модели Silicon Valley. На базе Центра суперкомпьютерных и облачных вычислений КАЗНУ сегодня формируется международный IT-технопарк Альянса университетов «Нового шелкового пути». Памятным культурным мероприятием стало празднование Наурыз Мейрамы. В нем, наряду с профессорско-преподавательским составом и студенческой молодежью, приняли участие представители из 50 стран, главы дипломатических миссий Китая, США, Турции, Испании, Франции, ФРГ, Ирана, Кореи, Индии и многих других стран, а также представители ООН, ЭСКАТА, СМВДА и ведущих зарубежных вузов.
Состоялась ежегодная ярмарка вакансий, в которой приняли участие более 160 компаний и предприятий, в том числе возглавляемые выпускниками КАЗНУ. Май 2016. Крупнейшая в регионе Центральной и Южной Азии международная студенческая конференция «Модель ООН «Новый шелковый путь» собрала в КАЗНУ свыше 360 делегатов из 20 стран мира. Состоялась конференция, посвященная 80-летию выдающегося выпускника КАЗНУ, легендарного казахского поэта, писателя и ученого Олжаса Сулейменова. 17 мая указом президента Республики Казахстан общественно-политическому деятелю президенту международного антиядерного движения «Невада семей» Олжасу Сулейменову присвоено звание «Казахстанның еңбек ері». С участием министра образования и науки Республики Казахстан Ерлана Сагадиева, также являющегося выпускником КАЗНУ, прошла церемония открытия нового сезона игр по футболу Национальной студенческой лиги. В библиотеке Аль-Фараби состоялся 8-й медиа-конгресс тюркоязычных стран с участием Высшего совета радио и телевидения Республики Турция. По результатам конгресса достигнута договоренность о формировании на базе КАЗНУ медиа-центра тюркоязычных стран и единого информационно-коммуникационного портала на тюркоязычном пространстве. В честь празднования 25-летия независимости Республики Казахстан и тысячелетия города Алматы выдвинута идея создания на территории студенческого кампуса архитектурного комплекса «Мәңгелек-ел». Его ключевыми композиционными блоками является триумфальная арка студентов и выпускников «Мәңгелек-ел», монументальная композиция «Темир-Казық» и площадь с фонтаном «Тай-Казан». Данный проект вызвал большой положительный резонанс среди сообщества выпускников университета, которые выразили желание осуществить строительство комплекса на основе добровольных взносов. Так, интересно и плодотворно завершается 2015-2016 учебный год. Он запомнится яркими событиями и большими достижениями. Коллектив Казахского национального университета имени Аль-Фараби выражает огромную признательность и благодарность Ассоциации выпускников КАЗНУ и лично ее президенту, председателю Верховного суда Республики Казахстан, доктору юридических наук, профессору, выпускнику юридического факультета 1981 года Кайрату Абдразакулу Мами за огромную поддержку и неоценимый вклад в развитие университета. Социальное партнерство коллектива КАЗНУ и выпускников, совместная реализация образовательных, научных и социальных проектов, создание по инициативе выпускников эндаумент фонда развития КАЗНУ, их спонсорская помощь, материальные дотации и стипендии для талантливой молодежи значительно способствует повышению мирового имиджа университета. Желаем многотысячному и сплоченному сообществу преподавателей, студентов и выпускников КАЗНУ имени Аль-Фараби больших успехов и новых достижений.